Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Вайнер. Я куратор Всероссийского конкурса социальной рекламы некоммерческих организаций и социальных предприятий «Реклама будущего». И хочу представить вам три ролика социальной рекламы от некоммерческих организаций, которые посвящены такой важной теме, как позиционирование. Итак, первый ролик – это видеокейс об одной из самых масштабных некоммерческих компаний, инициированных благотворительным фондом «Подарок ангелу». Она называется «Доброшрифт». И я хочу обратить внимание, что стало ключевым ресурсом для этой компании. Это особенный шрифт, как символ, с одной стороны, слабости, с другой стороны, силы воли ребенка с ДЦП, который пишет, как в известных ранее роликах, спасибо этого же фонда и так далее. И вот на этом ресурсе, то есть важно, что в этом шрифте увиден ресурс, и на нем уже выстроена вся компания, все инсайты, открытия, призыв к поддержке, даже долгосрочный эффект того, как этот шрифт теперь используется. Поэтому вот с удовольствием рекомендую этот ролик, такой кейс о компании сейчас к просмотру. Второй и третий ролики, посвященные этой же теме позиционирования, чуть-чуть уже по-другому показывают этот же функционал, роль, функцию, позицию некоммерческой организации в жизни человека. И в первом ролике можно из этих уже новых двух увидеть себя в качестве, ну, по крайней мере, увидеть место благотворительного фонда как организации, которая всегда может прийти на помощь и, собственно, которая и создана для того, чтобы помогать каждому человеку, каждой семье. А вот следующий ролик, который будет третьим нашим вот сегодняшнем сейчас в списке, он называется «Супер Мамио», как «Супер Марио». И он позволяет как раз еще интересную такую проявить особенность – идентифицироваться с героем этого ролика. В данном случае с мамой, которая ведет ребенка в детский сад. И то, как это сделано, позволяет как раз вдруг понять, что да, есть люди, которые понимают, что это значит быть вот такой вот мамой. Что значит вот все переживания. И тут же понять, что я не одна. Меня тоже понимают, и есть такая организация, которая готова вот видеть этот мир так же, как вижу этот мир я. И вот это вот как раз про позиционирование и про то, чтобы создать ситуацию, в которой человек может стать сторонником, донором, сотрудником организации, потому что он понимает, что благотворительный фонд и этот человек смотрят на мир примерно одинаково. Он также видит эту проблему и также понимает, что нужны решения. Может, даже видит вместе примерно одинаковое решение. Вот для этого и создана социальная реклама, чтобы сформировать представление, позволить вот человеку идентифицироваться, осознать, что это меня касается и я не один, и вместе сделать какое-то вот совместное дело в поддержке решения социальной проблемы. Приятного просмотра. Первые три ролика сейчас на ваших экранах. Спасибо. In Russia, 6 out of 1,000 newborn babies are diagnosed with cerebral palsy. Many children need rehabilitation to get a chance to study and socialize. For a child with CP, writing of even a single letter demands a lot of effort. The Gift to an Angel Fund offers rehabilitation and comprehensive assistance to children with CP through donations. We've decided to unite the entire nation for helping those children. Not by pity, but by hope and trust in them. That's how the unique font of kindness emerged. Each letter of the font was written by a child with CP with struggle and diligence. Symbol by symbol, we gathered handwriting samples of 33 children with CP into one font. At the project's website, visitors discovered children's stories and could make a donation or buy merch with custom captions rendered in our font. Rossbank became our main sponsor and promoted the project by changing its own logo. On the World CP Day, the font of kindness became publicly available for free. In just a day, the font of kindness spread across the whole country. Brands, media, social network users, everyone supported the project. Plenty of businesses used the font of kindness in their communications. Many of them changed their logos. A huge amount of hoodies with font of kindness captions were sold, including a lot of orders from Russian celebrities. Вы тоже можете поддержать детей с ДЦП на сайте доброшрифт.рф. Many media provided coverage for the project. Набирает популярность.
Доброшрифт. Международный день ДЦП стартовал проект Доброшрифт. We even inspired a hockey match in support of our children. The total amount of donations already allows several children with CP to take a year-long rehabilitation course. It also allows many to join the Family Help Program. The font of kindness united the whole country. And we wrote this kind story together. Для родителей болезнь ребенка может стать настоящей катастрофой. В какую клинику обратиться? Как найти профессионала? И где получить консультацию по диагнозу? Где найти деньги на лекарства? Как получить бесплатное лечение? Подайте сигнал о помощи. Позвоните на горячую линию фонда «Кораблик», и мы поможем найти ответы на ваши вопросы. Фонд «Кораблик». Не боритесь с болезнью ребенка в одиночку.